Здравия желаю. Значит, один подписчик написал, что надо с двух сторон делать на печке, на экономической, с двух сторон сделать, значит, отражатели. Ну вот я сделал. Вот она. Значит, отражатель и баночка там внутри у ней вот такая. То есть тоже как отражатель. Видите, отражает. Получилось неплохо. По-моему, вдвойне. Жар вдвойне сильнее. Дотронуться вообще нельзя. То есть идея верная. Надо два отражателя. Один отражатель посреди лампочку, галогенку. А сверху второй. Ну вот пока маленькая. Можно также сделать большие отражатели от прожекторов. Два. В середине лампочку. Закрыть. Как ракушку. Получилась улитка или ракушка. Так и назовем это. Значит, обогреватель ракушка. Значит, две лампочки по 25-28, ну 50. 50 ватт берет. А тепла тут не меньше, чем на киловатт. То есть КПД это устройство 2000%. А, еще одну вещь. Значит, разговоров много, были даже, значит, разговоры подписчиков, что вот неправильно ты предлагаешь, это не работает. Оно не будет работать. Я вам расскажу еще одну причину. Никогда не ставьте, я вот видел ролики, ставят вот такие обогреватели наверх, под потолок. Один парень поставил, значит, 5 лампочек, соединил последовательно на железке. Толка, конечно, ноль. Тепло только потолок греет. Значит, вот такие обогреватели такого типа, чтобы был толк, ставьте на пол. Только на пол. Вот сюда, вот. Беру. Видите? Вот на пол поставил. И тогда толк есть. Вот она на полу. То есть такие обогреватели надо ставить на пол. Тогда внизу будет тепло. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.